У нас на дачах установился милый обычай. Если дачник едет в город, то, не говоря уж о его супруге, всякая дачная мразь имеет власть и право навязать ему 1000 поручений. Да вот, вот. А. Все порвалось. А. Шар для лампы, 1 фунт ветчины колбасы, гвоздики и корицы на 5 копеек, касторного масла для ребенка, 10 фунтов сахарного песку, взять из дому медный таз и ступку для сахара, карболовой кислоты, персидского порошку, пудры на 10 копеек, 20 бутылок пива, уксусные эссенции и корсет для мадемуазель Шансон номер 82. Это приказ супруги и семейства. Далее идут поручения знакомых и милых соседей. Черт бы их побрал. Тут 5 записок у меня в кармане, весь платок в узелках. В промежутках между службой и поездом бегаешь по городу, как собака, высунув язык. Жизнь проклянешь, тут споткнешься, там деньги потеряешь, в 3-м месяце заплатить забудешь, за тобой гонятся со скандалом. В 4-м даме на шлейф наступишь. Ух. Как тихо, пахнет сиренью, черемухой. Слышишь, как по ту сторону рельсов кричит карастель? Как хорошо, Саша, как хорошо. Право, можно подумать, что все это просто снится. Посмотри, как уютно и ласково глядит этот лесок, как милы эти молчаливые телеграфные столбы. Они, Саша, оживляют ландшафт и говорят, что там, где-то далеко, есть люди, цивилизация. Слышишь, ветер слабо доносит шум идущего поезда. А вот и мы. А вот и мы, дружок. Чай заждался. Небось, бронил дядю, что не едет, а? Варя и Саша нас ждут. А? Что? Варя и Саша, вот они. Все к тебе. Всем выводкам. И дня на 3, на 4. Ну, Коля, Костя, Фифа, дети, целуйте кузена Сашу. Бонжур, Саша! Так не волнуйся, поживем. Где Варя? Где Саша? Где? Вон твои кузены. Рвут цветы, галдят. Пролили чернила. Придется отдать гостям все свои комнаты, подушки, одеяло. А балык, сардины и окрошку они съедят в 1 секунду. Тетушка будет целый день говорить о своих болезнях. Солитер и боль под ложечкой. И о том, что она урожденная фон Финтих. Это они к тебе приехали. Черт бы их побрал. Нет, к тебе. Это не мои, это твои родственники. Ты на воздухе прекрасно. Очень хорошие жены. Я урожденная баронесса фон Сентих. Да? Что вам, милый мой? Я к вам, вашество, по делу. Я к вам по делу, имеющему частный характер, не служебный. Угу. Я пришел просить у вас руки вашей племянницы Варвары Максимовны. Вы того... Вы рехнулись, что ли? Вы рехнулись, я вас спрашиваю. Вы осмеливаетесь, мальчишка, молокосос. Вы осмеливаетесь шутить? Милостиздарь! Встать! Вы забываете, с кем вы говорите. Извольте убраться и не показываться больше мне на глаза. Вон-с! Но я хочу жениться, ваше превосходительство. Что? Но я хочу жениться. Можете жениться в другом месте, но не у меня. Вы еще не доросли до моей племянницы, милостиздарь. Вы ей не пара. Ни ваше состояние, ни ваше общественное положение не дают вам права предлагать мне такое предложение. С вашей стороны это дерзость. Прощаю вам, молодой человек, и прошу вас больше меня не беспокоить. Вы уже 5 женихов спровадили таким образом, но 6-го вам не удастся спровадить. Я знаю причину этих отказов. Вот что, ваше превосходительство. Даю честное и благородное слово, что, женившись на Варваре, я не потребую ни копейки с тех денег, которые вы растратили. Будучи Варвариным опекуном, даю честное слово. Повторите, что вы сказали. Повтори. Повтори, негодяй. Который вы растратили, будучи Варвариным опекуном. Этого мне еще не доставало. Не доставало, чтобы мои подчиненные наносили мне оскорбления. Страшные, несмываемые в моем же доме. Боже мой, до чего я дур. Господи, мне дурно. Ну, ваше превосходительство, ваше превосходительство. Уверяю вас, ваше превосходительство, что не только не потребую, но даже ни единым словом не намекну вам на то, что вы по слабости характера растратили Варины деньги. Будь мальчишка, молокосос осмеливается. И, Варя, я прикажу молчать. Говорите в лицо, прямо в лицо, такие мерзости. Ну, честное слово, ну что же вы еще кипятитесь? Комод ломаете, я не отдам вас под суд. Идите, молодой человек. И помните, я никогда вам этого не забуду. Вы меня страшно оскорбили. Впрочем, прощаю. Вы сказали это по легкомыслию своему, по глупости. Не извольте трогать ничего у меня на столе своими пальцами. Черт вас возьми, не трогайте карт. Я ничего не трогаю. Ну что вы думаете? даю честное слово, генерал, что не только не потребую, но даже не намекну. И Варе я прикажу молчать. Ну, что вам еще нужно? А чудак вы, ей-богу. Ну, растратили вы 10 тысяч. Ну, что же, 10 тысяч невеликие деньги. Можно простить. Я ничего не растрачивал. Ничего. Я вам сейчас докажу. Сейчас. Я вам докажу. Я вам докажу. Сейчас докажу. Ваше превосходительство. Обед на столе. Хорошо. Я вам после обеда докажу. Раз и навсегда. Во избежание слухов. Дайте только пообедать, увидите. Какой-нибудь, прости господи, мальчишка, шаромышник. Молоко на губах не обсохло. Идите обедать. Ты сегодня такой злой. Не нравишься ты мне, когда ты такой, право. Как ты смеешь говорить, что я не нравлюсь тебе? После обеда, прошу вас, зайдите ко мне в кабинет. Голубчик мой, берите Варю, я согласен. Вы хороший, добрый человек. Я согласен. Благословляю вас, ее и тебя, ангелы мои. Ты извини, что до обеда бранил тебя, сердился в тебя отечески, любя. Только я того. Я истратил не 10 тысяч, 16. Я и те, что тетка Наталья ей оставила. Ух ты, проиграл. Простил? Простил. Довольно на радостях шампанского с стебанем. Каждый день изволите на дачу приезжать? Нет, не каждый. Жена и дети тут постоянно живут. Я приезжаю раза 2 в неделю. Там в городе Ни мебели, ни прислуги нет. Все на дачу увезли. Питаешься черт знает чем. Самовар поставить некому. А вот приедешь сюда, в это лоно природы. Какие прелести в Крыму. Ну, жизнь, говорят, там необычайно дорога. Как тебе сказать? Дороговизну сильно преувеличили. Не так страшен черт, как его рисуют. Я, например, имела с Юлией Петровной очень приличный, удобный номер, всего за 20 рублей в сутки. А все, дружочек мой, зависит от умения жить. Ну, конечно, если поедешь в горы, возьмешь лошадь, проводника, то, конечно, ужас как дорого. Ужас как дорого. Ласечка, но какие там горы? Какие горы? Вот представь себе, ну, высокие-высокие, ну, на 1000 раз выше, чем церковь. Наверху туман, туман. Туман. Внизу громаднейшие камни, громаднейшие. И пини. Ой, вспомнить не могу. Кстати, я без тебя тут читал в каком-то журнале про тамошних проводников. Такие мерзости. Что это? На самом деле какие-то особенные люди. Обыкновенные? Ничего особенного. Впрочем, я их видела только издалека, мельком. Указывали мне на них, но я не обратила внимания. Говорят, Дон Жуаны страшные. Может быть. Бывают мерзавки, которые... Васечка, какие есть безнравственные. Ну, какие безнравственные. Не то чтобы простые или среднего круга. Аристократки, Вась. Аристократки. Ужас. Ужас. Глазам своим не верил. Знаешь, умру не забуду. Надутые бантонши. Ой. Ну, можно ли забыть до такой степени? Ты даже говорить не хочу. Взять хотя бы мою спутницу, Юлию Петровну. Такой прекрасный муж. Двое детей. Принадлежит порядочному кругу. Город, что из себя всегда святую. И можешь себе представить вдруг такую... Папочка, только это между нами. Ну, даешь честное слово, что не скажешь? Ну, вот еще выдумал. Ну, разумеется, не скажу. Ну, разумеется. Только честное слово. Ну, не скажу. Ну, смотри, я тебе верю. Представь себе такую вещь. Поехала наша Юлия Петровна в горы. Да. Впереди едет она со своим проводником, но немножко позади я. Была отличная погода. Отъезжаем мы версты 3-4. Вдруг Юля вскрикивает, хватает себя за грудь. Ее проводник хватает за талию, естественно, иначе бы она с седла свалилась, я со своим подъезжаю к ней, говорю, что такое, в чем дело? Ой, кричит Наталья, умираю. Умираю от боли, у меня спазмы. Я, представь, мой испуг. Я говорю, так что такое тогда? Давайте вернемся назад, Юлия Петровна. Она говорит, нет, Наталья, не могу. Если я еще хоть шаг сделаю, я умру от боли, у меня спазмы. Просит, ради бога, меня и моего Сулеймана, чтобы мы вернулись назад и привезли ей бестужевские капли, которые будто бы ей помогают. Я что-то тебя не совсем понимаю. Раньше ты говорила, что ты видела этих проводников только издалека. А теперь про какого-то Сулеймана рассказываешь. Вот опять придираешься к слову. Вот терпеть не могу твоей подозрительности. Вот терпеть не могу. Вот глупо, глупо и глупо. Нет, я не придираюсь. Ну зачем говорить неправду? Ну, каталась с проводником. Так тому и быть. Бог с тобой. Ну, зачем вилять? Вот странный. Ревнует. Вот я воображаю, как бы ты поехал в горы без проводника. Вот я воображаю. Вот не знаешь тамошней жизни, вот не понимаешь, так лучше молчи. Вот молчи, молчи, молчи. А без проводника шагу сделать нельзя. Ну, еще бы. И, пожалуйста, без этих глупых улыбок. Я тебе не Юлия какая-нибудь. Я ее и не оправдываю. Я хоть не корчу из себя святой, но еще не настолько забылась. У меня Сулейман из границ не выходил. Бывало, как бьет 11 часов, сразу сейчас марш. Уходите. Все у Юлии сидит. Он у меня, папочка, в Ежовых был. Бывало, если разворчиться насчет денег или еще чего-нибудь, я сразу как? Что? Что? Так у него вся душа в пятках. Понимаете, как глаза такие. Черный-причерный. А куколь. Морденка такая глупая, смешная, смешная. Я его вот так держала. Воображаю, воображаю. Ну, глупо. Знаю, о чем ты думаешь, и знаю, какие у тебя мысли. Но я тебя уверяю, что он у меня даже во время прогулок не выходил из границ. Бывало, едем к водопаду или к Ученцу, или в горы. Я ему всегда говорила, Сулейман ехать сзади. И он ехал сзади, бедняжка. Даже во время, да в самых патетических местах я ему всегда говорила. И все-таки ты не должен забывать, что я жена статского советника. Ой, ну Юли, Юли, это Юли. Васечка, ну а чего, скажи, не пошалить, не отдохнуть от пустоты светской жизни, шали, сделай милость, но никто тебя не осудит, но смотреть на это серьезно, делать сцены, Вась, вообрази, она ревновала, да, представляешь, приходит однажды к ней ее пассия, а ее дома не было, и ну я зазвала его к себе, начались разговоры туда, еще незаметно вечер прошел. Вдруг летает Юлия, набрасывается на меня, на него, делает нам сцену. Фу! Фу, я этого не понимаю. Не понимаю? Да, весело вам там жилось. Весело. Как это глупо. Знаю, о чем ты думаешь. И такие у тебя гадкие мысли всегда. Ну вот не стану я тебе никогда ничего рассказывать. Вот не стану. Не стану. Вот когда сидишь на станции и ждешь поезда, ты все-таки надеешься, что вот-вот поезд придет, и ты уедешь. А тут и надеяться не на что. Без конца. Хоть вешайся, черт возьми. Лешка! Ты что там делаешь? Да я ничего. Иди сюда. Иди сюда, давай с тобой партию в шашки сыграем. Иди. Ты идешь, ты ж можно. Да ну иди, 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 болван, иди. Иди. Вот так, садись. Ты ничего ж мы уже... Ну садись, говорю. Ты мы посадимся. Раз я говорю садись, значит садись. Ты думаешь, мне приятно... когда ты здесь будешь дубиной торчать. Нос. Ходи, тля. Ведь так пришли? Ведь так пришли. Очень хорошо, понимаю, понимаю. Куда ты харя метишь? Я понимаю. Оп. Ах, вот так пошли. Это пошли. А вот так пошли. Как, однако, от тебя луком воняет. А ну, пошел вон. Ну, пошел вон. Расселся тут. Тварь такая. Убирайся. Что же мне делать? Ну, что мне делать? Что мне делать? Ой, Господи, Господи. Да другие-то, ежели им скучно, выпиливают что-нибудь. Спиритизмом занимаются. Мужиков касторкой лечат. Ну, всякие дневники пишут. А я вот такой несчастный родился, что у меня нет никакого таланта. Ой, ну что мне делать? Что? Ой, что мне делать, что мне делать, что мне делать, что мне делать, что мне делать? Почитать. Почитать. Садоводство, поваренная книга, проповеди, старые журналы. Это что такое? Это что такое? Что это такое? Ага, дворянское гнездо. Что же такое? Что это? Тургенев. Тургенева знаю, знаю, но как же читал, помню, помню. Забыл, в чем там дело. Ну, а ежели еще раз перечитать? Ну, куда ты лезешь, харя? Ну, не видишь, я занят. Прошу садиться. Благодарю вас. На что вы жалуетесь? Одышка, отрыжка, изжога, Меланхолия. Противный вкус во рту. А чем вы занимаетесь? Я драматург. Драматург? Прошу. Благодарю вас. Драматург? Но ведь это же такая редкая специальность. Здесь масса чисто мозговой, нервной работы. Полагаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Писатели ведь сейчас так редки. Их жизнь не похожа на жизнь обыкновенных людей. И поэтому я вас прошу, опишите мне ваш образ жизни, ваши занятия, привычки, обстановку. Ну, вообще, какой ценой дается вам ваша деятельность? Извольте, извольте, сударь мой. Встаю я это часов 12, иногда даже раньше. Вставши, тут же выкуриваю папиросу и выпиваю 2 рюмки водки. 2? Да, 2. Иногда 3. Иногда, впрочем, и 4. Это смотря по тому, сколько накануне выпил. Такс. Если я не выпиваю, у меня начинает стучать в голове и рябить в глазах. Вероятно, вы вообще много пьете. Нет, ну где же много? Если я выпиваю натощак, то я полагаю, только исключительно от нервов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так. Одевшись, иду в Ливорно или к Саврасенкову завтракать. Завтракаю я мерзко, вообще мерзко завтракаю. Съедаю котлетку или полпорции осетрин с хреном. И после этого пью пиво или вино. Но это уже сообразно с финансами. А потом? Потом иду в портерную. Из портерной обратно в Ливорно на бильярде играть. Так проходишь часов до 6. После этого иду обедать. Обедаю я очень плохо. Бывает, что выпьешь рюмок 7-8, а аппетиту ни-ни. Завидно бывает на людей глядеть. Другие суп все едят, а ты суп этот видеть не можешь. И вместо того, чтобы есть, пиво пьешь. После этого обеда иду в театр. Театр, очевидно, вас волнует. Ужасно. Волнует и раздражает. А тут все эти приятели. Выпьем, да выпьем. Поверьте, к 3-му действию еле на ногах стоишь. После театра еду в салон или в маскарад к Рурдону. Но оттуда, сами понимаете, не скоро вырвешься. Ах, черт дери, все это проклятые нервы. Иной раз целыми неделями дома не ночуешь. Жизнь наблюдаете. Ну да. Один раз даже так расстроились нервы, что даже целый месяц дома не был. Даже адрес свой позабыл. Пришлось потом в адресном столе справляться. Вот, и так почти каждый день. Ну, а пьеса-то? Пьесы когда пишете? Пьесы? Ну, как там сказать? Все зависит от обстоятельств. Ну, вот потрудитесь мне описать самый процесс вашей работы. Ну, прежде всего, мне случайно или через приятелей, самому мне следить некогда, попадается в руки какая-нибудь французская или немецкая штучка. Я отношу ее к сестре или нанимаю запись ссылковых приятелей, те переводят, а я подтасовываю под русские нравы. Вместо французских фамилий вставляю русские и прочее, но трудно. Ох, как трудно. много нынче мы шумели, много нынче мы шумели, и бронились между собой, и бронились между собой. Может быть, и надоели, может быть, и надоели вам своею болтовней, вам своею болтовней. Просим строго не судите, просим строго не судите, если пьеса наша гиль, если пьеса наша гиль. И не думая, примите вы и нас, и водевиль, и не думая, примите вы и нас, и водевиль. Дачная жизнь. Воздух, простор, голубой свод, зеленый лес, прозрачные ручьи. Прибавьте к этому 2-3 встречи с широкополой шляпой, быстрыми глазками и белым фарточком. Признаюсь, обо всем об этом я мечтал, когда выпросил нашего казначея 100 рублей вперед и перебирался на дачу. Пожалуйста. Я, вероятно, не туда попал. Мне нужна дача Софьи Павловны Кигиной, извините. А я Кигина и есть. Что вам угодно? Видите ли, вы Кигина. Мой приятель посоветовал мне снять дачу. А-а-а. Очень приятно. Садитесь, пожалуйста. Мне ваш приятель писал уже. Ну, вы не хотите ли чаю? Вам со сливками или с лимоном? Благодарю вас. Вы чем-то смущены. Видите ли, под квартирными и дачными хозяйками я привык разуметь особ пожилых, ревматических, а тут... Пожалуйста, чувствуйте себя как дома. Я живу одна. Одна? Да. Я не замужем. Живу на проценты с капитала. Софья Павловна, а что же побудило вас сдать одну комнату в наймы? Ну... Во-первых, платить 120 рублей одной за дачу – это тяжело. Во-вторых, как-то жутко. Вдруг ночью вор какой-нибудь сберется или днем войдет страшный мужик. А потом нет ничего предосудительного, если в угловой комнате будет жить какая-нибудь одинокая дама или мужчина. мужчина лучше. С мужчиной хлопот меньше. И не так страшно. Софья Павловна, обо всем поговорили. О главном ни слова. Сколько же вы с меня возьмете? Ну, жить-то я у вас буду только 28 дней. Ну, там обед, конечно, чай, прочее. Ну, нашли о чем говорить. Сколько можете, столько и дадите. Я ведь не из расчета сдаю комнату, а так, чтобы люднее было. 25 рублей можете дать? 25? Ну, конечно. Возвратилась перелетная весна. Легкий, легкий ветерок, что так сладко, тихо веешь, что играешь, что светлеешь, очарованный поток. Чем опять душа полна? Что опять в ней пробудилась? Что с тобой к ней возвратилась? Перелетная весна. И вот дачная жизнь моя началась. Эта жизнь интересна тем, что день похож на день, ночь на ночь. Но сколько прелести в этом однообразии. Какие дни и какие ночи. Утром я просыпался и, немало не думая о службе, пил чай со сливками. В 11 часов я шел к хозяйке, чтобы поздравить ее с добрым утром, и пил кофе с жирными топлеными сливками. Ну, после кофе до обеда болтали. В 2 часа обед. Но какой обед? После обеда безмятежное лежание и чтение романа. Потом купание. А вечером до глубокой ночи прогулки. Софьей Павловной. Не прошло и недели, как случилось то, что вы уже давно ждете от меня. Я не устоял. 28 дней промелькнули как 1 секунда. Когда кончился мой отпуск, я тоскующий прощался с Соней и с дачей. не плачь, душа моя. Мне самому тоскливо. Обещаю тебе, что по праздниках буду наведываться к тебе на дачу. А зимой буду непременно бывать у тебя в Москве. А когда же, душа моя, мы с тобой посчитаемся? Ну, сколько с меня следует? Когда-нибудь после. Ну, зачем же после? Дружба дружбой, а денежки врозь, как говорит пословица. Потом я нисколько не желаю жить на твой счет. Ну, не ломайся, Соня. Сколько с меня? Ну? Там какие-то пустяки. Мог бы и после. Ну, нет, ну почему после, Соня? Почему после? Сейчас. А, вот. Это еще. Ну и ладно. Ну и ладно. Вот и отлично. Сейчас расквитаемся. И ладно, и того. Что же это? Нет, это не то, Соня. Здесь и того 212 рублей 44 копейки. Это не мой счет. Это твой счет, дудочка. Ты посмотри. Ну, откуда же столько? За дачу и стол 25 рублей. А, да, мы договаривались, согласен. За прислугу 3 рубля. Сонь, ну ладно, ну пусть. И на это согласен, но... Я не понимаю, дудочка. Неужели ты мне не веришь? В таком случае сочти сам. Листовку ты пил? Не могла же я себе к обеду подавать водки за тот же счет. Потом сливки к чаю, к кофе. Потом клубника, огурцы, вишни. И потом вот насчет кофе. Ведь ты же не договаривался со мной пить его, а пил каждый день. Впрочем, все это такие пустяки, что я, изволь, могу сбросить 12 рублей. Пусть будет 200. Нет, но тут поставлено 75 рублей и не обозначено за что, а за что это? Как за что? Вот это мило. Нет ли у кого-нибудь, господа, взаймы? 100 рублей. А, это ты, папа? Здравствуй. Здравствуй. А где мать? Мама? Она поехала с Ольгой Кирилловной на репетицию играть в театр. Послезавтра у них будет представление. И меня возьмут. А ты пойдешь? А когда она вернется? Она говорила, что вернется вечером. Папа, от чего это, когда комары кусают, то у них делаются животы красные? А? Не знаю. Наверное, от того, что они кровь сосут. Стало быть, дома никого нет. Никого, только я один дома. Кто ж нам обедать подаст? Обеда сегодня не варили, папа. Мама думала, что ты сегодня не приедешь, и не велела варить обед. Она с Ольгой Кирилловной будет обедать на репетиции. Покорнейше благодарю. Ты что же ел? Я ел молоко. Для меня купили молока на 6 копеек. Папа, а зачем комары сосут кровь? Папа, а ты умеешь представлять в театре? Оставь ты меня со своими глупостями! Пристаешь лишь как банделист! Же большой мальчик! Все так же глуп, как 3 года назад! Вот зачем ты портишь эти карты? Зачем ты портишь эти карты? Карты не твои! Мне Наталья их дала! Как ты Врешь? Врешь, дрянной мальчишка, ты всегда врешь. Высить тебя нужно, свиненка этакого. Да тебе уши там. Да что ты бронишься? Что ты ко мне пристал? Я никого не трогаю, не шалю, слушаюсь, а ты сердишься. Ну за что ты ко мне пристал? Ну, будет, Петюня, виноват. Прости. Ты у меня славный, умница. Я тебя люблю. Папа, показать тебе насекомую коллекцию? Палочек, сударь, не желаете? Аша, а куда эти людей ведут? Да никуда их не ведут. Они сами гуляют. Эка, до чего напился. Уже не смыслишь. И ничего, я художник. Жан Рис. Молчи, молчи. Натрескался и молчи. Сделать ее прекрасной не так уж трудно. Каким образом, сударыня? Ну, например, если к вам на дачу приехали бедные родственники, то не бледнейте, а торжествуя восклицайте: хорошо, что это не городовые. Ну да. Если тебе изменяет жена, то радуйся тому, что она изменила тебе, а не отечеству. Натрескался идол. Ты бы прежде, чем пить, рассудил бы бесстыжие твои глаза. Мало того, что людям на тебя противно смотреть, ты и самому себе всякое удовольствие портишь. Ну, пьешь, например, чай. Какой у тебя вкус-то? Для тебя теперь что колбаса, что мармелад, все едино. Я старалась, брала, что получше. Палочек, сударь, не желаете ли? Самый лучший перцовый бамбукс. Да, я актер по преимуществу провинциальный, но случалось играть и в столице. Кстати, расскажу вам один случай. В Москве, в мой бенефис, молодежь мне преподнесла такую уйму лавровых венков, что я просто, ну, клянусь вам, только чем, если у меня, что у меня есть святого, ну, просто не знал, куда девать. Вот. Ну и что же? Впоследствии, в минуту безденежья, я снес эти лавровые листы в лавочку. Угадайте, угадайте, сколько в них было весу? 2 пуда и 8 фунтов. Ну, не может. Убей меня, Бог, ежели еще хоть раз с тобой пойду. Один срам только. Где Маша? Маша? А где Маша? А я-то кто? Срам-то какой. Маша, а где мы? Смолчи. Все люди пальцами показывают. Ведь добро бы законный был, а то ведь так с ветру. Ведь даст рубль, обрекает месяц. Я тебя кормлю, я тебя содержу. Очень мне нужно. Плевать я хотела на твои деньги. Вот возьму и уйду, Павел Иванович. Палочек, сударь, не желаете? Самые лучшие – перцовые, бамбук. Все это я понес в лавочку. И там громады, громады. 2 пуда и 8 фунтов общества лаврового листа. Громадная. Очень такая молодежь была прекрасная. Ну что, будем репетировать? Сначала поужинаем. А, не дурно. Нет, не дурно поужинать. Наталья, ставь самовар. А говорят, Павел Матвеевич приехал. А, и Павел Матвеевич. Здравствуй, Павел. Приехал. Очень рада. Ой, устала. Ты знаешь, с нами приехал Смеркалов и Коромыслов. Коромыслов поет прекрасно, а Смеркалов настоящий актер. Мы ставим жильца с тромбоном, и она его ждет. Ты знаешь, идет превосходно. Послезавтра спектакль. Как я устала, Паша. Зачем ты их привезла? Необходимо, папочка. Нам нужно кое-что повторить, понимаешь, пропеть. Я с Коромысловым дуэт буду петь. Павел, совсем забыла тебе сказать. Пошли, пожалуйста, Наталью, чтобы она купила сардин, сыру, водки и еще чего-нибудь. Они, вероятно, и ужинать будут. У меня нет денег. Павел. Ну, это же некрасиво. Не заставляй меня краснеть, папочка. А? Я дам вам руку моей дочери, не прежде, чем найду жильца на квартиру. Моей дочери. Моей. И я отдам вам руку моей дочери. Слушай, по-моему, мы никогда не придем. Сейчас. Здесь-то? Сейчас. О! Вот мы и пришли. Ну, слава Создателю. Вот мы и дома. Пройти пектурой 5 верст от полустанка в нашем положении подвиг. Страшно. И как назло, ни одного извозчика. Да. Это вечно у нас вот это... Голубчик, пошли. Что? Ой, давай. Уйду. Давай. И калитку как назло закрыли. Ну. Фу. Ой. Петя, голубчик, если я через 5 минут не буду в постели, то умру, кажется. В постели? Да. Ну, ты солишь, брат, солишь. Мы сначала поужинаем, выпьем красненького. Вот. Жажда мучает. И потом уж в постель. Мы с Верочкой тебе спать не дадим. Да. Хорошо, братец ты мой, быть женатым. Вот приду я сейчас домой, усталый, измученный. Встретит меня любящая жена, напоит чайком, даст поесть и благодарность за мой труд, за мою любовь. Взглянет на меня своими черненькими глазенками так ласково, так приветливо, что забуду я и усталость, и кражу со взломом, и судебную палату, и кассационный депутат. Хорошо, хорошо. Петя, голубчик, ноги у меня отвалились, и пить ужасно хочется пить. А мы уже дома. Мы уже дома. О, дачка славная. Вот завтра увидишь, какие здесь виды. О. Темно в окнах. Стало быть, Верочка легла спать, не захотела дожидаться. Экая бесстрашная. Ложится спать и не закрывает окна. Давай споем для нее серенаду Шуберта. Посмеши меня. Ой, ой. Песнь моя, лети с мольбою тихо в час ночной. Ля-ля-ля-ля-ля. В рощу легкую с тобою ты иди, друг мой. Ля-ля-ля-ля. При луне шумят уныло листья в поздний час. Листья в Что такое? Комар влетел. Верочка, скажи Аксинье, чтобы она открыла нам дверь. Верочка, ну встань, не ленись. Верочка, Верунчик, Веревьюнчик, Ангелочек, жена моя бесподобная. Встань и скажи Аксине, чтобы она открыла нам дверь. Верочка, ну не спишь ведь. Верочка, мы так устали и так измучены, что нам, ну, ей-богу, не до шуток. Вер, ну, я начинаю сердиться. А, черт возьми. Может, Вера Степановна спит? Не спит. Она, вероятно, хочет, чтобы я поднял шум и взбудоражил всех соседей. Не спит. Алеша, помоги мне, я влезу. Верка, Верка, девчонка ты, склонится, больше ничего. Подожди, ты что делаешь? Ты спишь? Давай, ты что делаешь? Ты что? Кажется, мы неплохо попали. Как? Тут куры какие-то. Ну, должно быть, я обознался. Если ты обознался, то давай скорее отсюда, давай отсюда. Сейчас найду крылатку и портфель. Ты зажги спички. Спички в кроватке. А, черт. Господи, угораздил меня сюда забраться. Слушай, все дачи одинаковые. Сам черт не разберет их в потемках. Вот все у нас так... Да подожди, подожди, давай отсюда, а то подумают, что мы кур крадем. Давай, сейчас, давай. Скажи. Сейчас. Петя, давай вылезай скорее. Проснулся и жизнь увидал. И жизнь я увидал. И мрачный мне мир показался, как будто он траурный стал. И думалось мне, отчего бы нас в людях рассудок силен, нас ныне взглянуть, как на правду, на жизнь не взглянуть, как на сон, нас ныне взглянуть, как на правду, на жизнь не взглянуть, как на сон. Я присяжный поверенный, я кандидат прав Козявкин. Я... Он действительно Козявкин, судья. Вот моя визитная карточка, вот моя. Да на что мне ваша карточка? Вы посмотрите, что вы наделали. Вы же всех кур поразогнали, вы подавили яйца. Не сегодня, завтра индюшаты должны были вылупиться, а вы все разогнали, все подавили. Вы не имеете права. Я кандидат прав, присяжный поверенный Козявкин. Никакого Козявкина мы не знаем. Что вы мне говорите? Возьмите староста, он не знает. Ладно, не горячитесь. Сейчас урядник приедет, он разберется. Мы здесь дачников, тучных, мы всех знаем. Вас отродясь не видали. Но я 5-й год живу в гнилых выселках. О, Эва, да мне что ж это выселки? Здесь Хилово, а не выселки. Гнилые выселки, они, видите, версты за 4 отсюда будут. За спичной фабрикой отсюда. Черт меня возьми, так значит, вы не сюда попали. Господи, да тебе не правда. Господа, ну оставайтесь, я очень вас прошу, оставайтесь, не уезжайте, уже поздно, ну куда вы пойдете? Коромыслов, вы ляжете в гостиной на диване. Смеркалов, на Петиной постели. А Петю я устрою. Олечка, ляжешь в кабинете Павла Матвеевича. Павел? Павел? Павел! Ты что, спишь, что ли? Нет, а что? Паша, проснись. Ну, Павел! Ну, проснись. Ну, что ты? Павел, пойди, пожалуйста, ляг в кабинете на диване. А здесь я Ольгу Кирилловну положу. Я бы ее положила в кабинете, но она боится спать одна. Пойди, милый, ну пойди, вставай. Добрый вечер. Добрый вечер. Ты моя умница. Папа, отчего это комары не спят ночью? От того, что мы тут с тобой лишние. После ваших уборок никогда ничего не найдет. Где телеграмма? Куда вы ее дели? Она из Казани, помечена вчерашним числом. Вот телеграмма. Это городские телеграммы от пациентов. А мне нужна телеграмма от брата из Казани. Поищите, пожалуйста, в гостиной, а я Ольга Дмитриевна. Я понимаю, что из Монте-Карло на имя тещи передать Ольге Дмитриевне Мишель, подпись Мишель. Какой Мишель? Не понимаю, почему Монте-Карло, почему на имя тещи? Какой Мишель? Мишель, кажется, это тот молодой человек, с которым мы познакомились с женой в Петербурге. Зовут его Михаил Иванович. Фамилия какая-то странная, короткая фамилия. Рис. Теперь я понимаю, почему жена мечтает уехать в Ниццу. Ее Мишель ждет ее в Монте-Карло. Пью здоровье моей дорогой возлюбленной. Тысячу раз целую маленькую ножку, нетерпеливо жду приезда. Какую смешную и жалкую роль я бы играл, если бы согласился поехать с ней в Ниццу. Я сын деревенского попа, простой, грубый, прямой человек. Как я мог так беспомощно отдаться в руки этого лживого, пошлого, мелкого по натуре, совершенно чуждого мне существа? Маленькая ножка. Первый час ночи. Она вернется, как обычно, не скоро, по крайней мере, в пятом часу. Я никогда ей не верил. Я презираю ее постель, ее зеркало, ее бонбоньерки, эти ландыши и гиацинты, кто-то каждый день приносит их. В комнатах приторный запах цветочной лавки. Как я мог отдаться в рабство? Так позорно подчинить себя этому низкому существу. Лучшие годы жизни прошли как в аду. Надежды на счастье разбиты, развеяны. Если бы она вышла за другого человека, имевшего на нее доброе влияние, кто знает, быть может, она в конце концов стала бы доброй, честной женщиной. Я же плохой психолог. Я не понимаю женской души. В сущности, было бы сейчас смешно и нелепо требовать какие-то свои права. Объясню с ней, пусть уходит к любимому человеку. Дам ей развод, а вину возьму на себя. Что с тобой? Противный толстый мальчишка. Это даже нечестно, это гадко. Я так не могу. Что с тобой? Что с тобой? Что? Меня сейчас провожал студент Зербеков и потерял мою сумку. А в сумке 15 рублей я у мамы взяла. Ну и что он потерял? Ну потерял, ну и бог с ним. Ну и потерял, ну и бог с ним. Успокойся, пожалуйста, успокойся. Мне с тобой поговорить надо. Я не какая-нибудь миллионерша, чтобы банкировать деньгами. Он сказал, что он отдаст. Но он же не может, он бедный, я же знаю. Я тебе дам 25 рублей, только замолчи, пожалуйста, замолчи. Мне поговорить с тобой надо. Не могу же я вот так. Мне надо переодеться. Ты о чем хочешь со мной поговорить? Я случайно прочитал вот это. Что ж, это обыкновенное поздравление с Днем Ангела. Больше ничего тут нет, ничего нет, секрет. Ты надеешься, что я не знаю английского языка, но у меня есть словарь. Это письмо от Риса. Он пьет здоровье своей возлюбленной, тысячу раз целует тебя, но я не об этом. Я не хочу делать тебе сцен или упрекать тебя. Достаточно было сцен, попреков. Я вот что хочу тебе сказать. Ты свободна и можешь делать все, что хочешь. Я избавляю тебя от необходимости лгать, притворяться. Ты любишь Риса? Пожалуйста, люби его. Хочешь ехать к нему за границу? Пожалуйста, поезжай. Ты молода. Да, сознаюсь, я люблю Риса. Ездила с ним кататься за город. И я действительно хочу поехать за границу. Вот видишь, я ничего не скрываю. Вся моя душа нараспашку. Я умоляю тебя, будь великодушен, дай мне паспорт. Повторяю, ты свободна. Когда я могу получить паспорт? Когда хочешь. Я поеду только на месяц. Ты поедешь к Рису навсегда. Я дам тебе развод, а вину я возьму на себя. Рис может жениться на тебе. Да я не хочу развода, я не прошу у тебя развода, дай мне паспорт и все. Я не понимаю, почему, почему? Почему ты не хочешь развода? Ты странная женщина, какая странная ты женщина. Если ты любишь Риса, а он любит тебя, то в вашем положении вы ничего не придумаете лучше брака. Или ты хочешь выбирать между браком и адюльтером? Я поняла вас. Я отлично вас поняла. Я просто надоела вам, и вы хотите избавиться от меня, навязать этот развод. Благодарю вас, я не такая дура, как вы думаете. Развода я не приму. И от вас не уйду. Во-первых, я не хочу терять общественного положения. Во-вторых, я ему надоем, и он меня выбросит. А в-третьих, если хотите знать, я не ручаюсь, что это мое увлечение может продлиться долго. Вот вам. Я от вас не уйду. Так я выгоню тебя! Я тебя выгоню вон из дому! Низкая и гнусная женщина! Увидимся. Увидимся. Пригласил гостя, называется. Обещал угостить вином и простоквашей. Вместо этого заставил пройтись пешком от вокзала и слушать этих кур. Не помрешь. Что вам? Барыня встали и просят 25 рублей, которые вы давеча обещали. Так-то, брат, вот до чего дачная жизнь доводит. И никто не пожалеет, не посочувствует. Как будто так и надо. Даже смеются. Тут не водевиль. Тут трагедия.